Скоро Новый год. Вы Новый год любите? Люблю. Любимый праздник с детства. Эля, давайте я все-таки в санчасть перемену. Завтра утром поедете. Нет, товарищ капитан. Впереди мясорубка. Вы молодая, красивая женщина. Хорошо, если убьет, а так без глаз, без рук или без ног останетесь. Чему быть, того не миновать. Товарищ капитан, можно у вас папироску попросить? Вы же не курите. Нет. Раньше не курила. Спасибо, товарищ капитан. Андрей, можно Андрей? По крайней мере, во время перекура. Спят, суки. Может, не спят. Это мы не спим. А у этих сволочей сон по расписанию. Уж лучше пусть спят. Под утро сон самый сладкий. Сейчас мы им такие сладости устроим. Как ты там говорил, утки на те сраные швайны, а? Шмудзих швайны. Шмудзих швайзе. Так, Морозов, запомни, когда столкнешься с ним в упор, сразу так и... Кстати, как это? Контузия твоя-то, а? Ему ухо это хреново слышит. Это бурядок. Меня уже 3 раза контузило. Никому бро это не рассказывал. Отставить разговорчики! Полная тишина! Есть. Полная тишина. Товарищ главнокомандующий. Thank you.
Зарубин ИК. Слепое пулевое ранение средней трети левой голени. Оскольчатый перелом большеберцовой кости. Отек. Рана 3/0.8 не обработана. Операция. Рассечение, разрез 9 сантиметров до кости, удаление свободных костных отломков. Пуля не найдена. Повязка с хлорамином, шина Крамера до паха, эвакуация лежа, осмотреть перед эвакуацией. Поле записали? Записала, Алексей Макарович. Проверьте раненых, сверьте документы каждого. Поняла. А когда у нас передислокация? Завтра в 8 утра начнем погрузку. Сегодня за ночь 14 человек раненых умерло. Еще вчера 8 человек во время бомбежки погибло. Что с ними делать будем? Скажите Малыгину, пусть даст нам бойцов. Нужно людей похоронить в лесу. Необходимо приготовить с вечера телеги. Продовольствие, одеяло и медикаменты грузить в последнюю очередь. Есть, товарищ военврач. Всю ночь стонул. Сказал, что если бы у него была хотя бы одна рука, он бы выстрелил себе в голову. Товарищ Иванович, там еще троих доставили. Один совсем тяжелый. В танке горел. Понял, иду. Акимов Игнат Кузьмич. Обожжено 70% кожного покрова, включая лицо. Имеется осколочное ранение в брюшной полости. Игнат. Алексей Макарович, с вами все в порядке? Принц, теплую воду, спирт. Есть.
Морозова. Матерь Божья, это ж какие лешие тебя к нам принесли. Тетя Глаша, я хочу дочку Игната повидать. Можно я пройду? А чего же не можно-то? Проходи, коль заявилась. А зачем тебе Зойка-то наша понадобилась? Зойка! Ну-ка, будь сюда! Зоя, Зой, иди ко мне. Зоя. Ножками топчет, лопочет, аж спасу нету, а? Рот малявки не захлопнешь. Чаю похлебаешь? Нет, спасибо. Ты Зоя? Зоя. А я тебе гостинцев привезла. Конфеты любишь? Угу. Мяу-мяу. Мяу-мяу. Не знает она, что такое конфеты-то. А Васька это кошка ее. Подохнет скоро кошка от голоду. Конфеты это очень вкусно. Это все? Да, все тебе. Держи. А маленькая есть? А маленькая у нас есть? Маленькая. Волосы у нее, как у Игната, и глаза. У Катерины такие же были. У Игната. Тетя Глаша, а дайте мне эту фотокарточку. Я шо, Чабор? Одна у меня такая. Куда же я тебе фото сына своего отдам? Сдурела ты, Аленка. Может, есть другая фотокарточка? Дайте мне ее. Я вас очень прошу. Просит она. Вот. Это еда. Вот хлеб, консервы, мука. Я поеду. Боже, богатство-то какое, Зойка. Иди, мой хороший, бабушки, иди сюда. Да, брата, сколько тебе. Гляди, гляди, а это что? Пошли, пошли, отошли, отошли. Домой. Что случилось? В чем дело? Здравствуйте, тетя Матрёна. Аленка, да ты какими судьбами-то? По делам приезжала. Варвара у тебя? У меня. Погоди-ка, передашь ей Кучеву.
Вот. Что это? Похоронка. Саньку маму под кого купила. Перед этой вдове его. Где же мне еще будет? У меня для тебя документ. Какой документ? Ты только не нервничай, а то молоко пропадет. Похоронка. Убили твоего. Мужа твоего, Саньку Жукова. Варя! Господи! Ты как? Порядок. Ребра целые. Остальное калорийная плешь. Витя Уткин книжку ученую писал. Про числа, про математику. У него в семье все такие образованные были. И дед, и батя. Девушка у него на скрипке играла. Фотокарточку показывал. Знаешь, какая красивая была. Ведь Морозов с Митей. С августа месяца, понимаешь? Ах, что-то я как баба совсем. Сейчас слезу бы еще. Шарифуем. Да ну его. Дрянь его, дрянь. Вроде бы, вот он, есть человек. А через секунду все, нет его. И ты понимаешь, что не сказал ему, какой он хороший человек был. Ладно. Ты лучше про себя расскажи-ка. Чем до войны занимался, а? Ты расскажи. Че я-то? Я из Батшубашкар, из отцовщины я. Отец татарин, русско-японскую богиб. Мать чувашка меня одного воспитала. Вот. В общем, без отцовщины. Перекур! Перекур ровно 10 минут! Кофе, мужики. Все надо. Морозову позови. Морозов! А, живо дуй к командиру. Ты часто меня, друг, выручаешь. Как вы, товарищ капитан? Не намного хуже, чем остальные.
Спасибо тебе, Степан. Секунда, и задавил бы он меня. А ты помнишь, какая музыка тогда в ресторане играла? Да много чего они тогда играли. Помню, танцевали вы, я вас сразу в толпе заприметил. Ага. Надо же. Чего это ты именно нас в толпе-то заприметил? Красивые оба были. Да. Ниночка красивая. Платье на ней было. Крэп-жоржетовое. Очень ей шло. А танго тогда играли. Брызги шампанского. Дай потянуть. Тишина какая. Точно нет войны. Инструктор! Там! Командира нашего! Thank you.
Товарищ капитан. Товарищ капитан. Товарищ капитан. Товарищ капитан. Живой. Родненький. Живой. Товарищ капитан. Родненький. Ты продолжай, продолжай. Вам, если это, чего-то здесь требуется, вы идите, а я пока в коридоре помою. Ничего мне здесь не понадобится. Оставь все, пойдем, поможешь мне кое-что сделать. Смотришь, как будто я тебя резать собрался. Вот твои девки деревенские, пугливые, а? Только жена моя хищница. Чувство страха ей неведомо. Такая же, как ты, молоденькая была когда-то. Ну, посмотри, что у нас тут с периной? Ну, что у вас с периной? Я вам 2 дня назад кровать заправила. Ой, мамочка, тихо. Ах ты, сахарная моя. Пустите! Давно ты мне глаза не говоришь, а? Пусти! Тихо, сказал, тихо! Давно ты мне глаза мозолишь, Соловка. Истосковалась по мужику. Соловка. Тихо, тихо. Пусти меня! Дерешься. Жаркая. Тихо, 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 тихо. Тихо, мальчик. Происходит. Я спрашиваю, это что здесь происходит? Радость моя. Пошел, гадель ты, похитливый. Сука, стоять. Ах ты, сучка развратная. Мало тебе было моего брата, да? За мужа взялась? Ты что думаешь, я не вижу, от кого у тебя сын? Степкин это сын, да? Степкин! Не смей меня трогать. Пошла вон. Чтобы глаза мои тебя больше не видели. Пошла вон. Чтоб духу твоего здесь больше не было. Здравия желаю, товарищ старший лейтенант. Здравия желаю. Товарищ капитан. Михаил Федорович. Вы? Володя. Здорово. Я уже все знаю. У нас тоже большие потери. Да. Товарищ капитан, я заберу вас и ваших раненых. Ребят, заберите. Меня не надо, я еще вполне бодряком. Товарищ капитан, впереди линия фронта. Простите, Михаил Федорович, в таком состоянии вы ничем помочь фронту не сможете. Да и ребят ваших жалко. Тяжело им вас нести. Умеешь ты, Володь, правду матку в лицо ударить. Ладно. Грузите в машину. Есть грузить в машину. Грузи.
Грузим раненых! Морозов, вот какое у тебя сейчас самое сильное желание, а? Я, Шерифулин, в данный момент вообще без желаний. Фу-у-у. А я с желанием, и желание-то матки красные увидеть. Ты, Морозов, когда-нибудь видел маковое блюдо, нет? Нет. О, значит, ты это, шишни не видал, понятно? Ну, конечно. Каждый, кто макового поля не видал, можно сказать, и не жил. Да ну тебя! Грустно с тобой. Понимаешь, ничего ты не рассказываешь. Путкин мне хотя бы про числа рассказывал. А ты, поговорить с тобой не о чем. Ладно, Шерифулин. У нее глаза красивые. Когда она смеется, она очень звонко смеется. Ага. У нее под рубахой грудь как будто волнуется. И волосы у нее. Вот когда она на коне скачет, на солнце блестят. Любить она крепко умеет. Она говорит больному, лежащему мальчишке: вставай, не будь трусом, иди ногами. И он встает и идет, потому что это она силы в него свои вселила. Эту карточку видишь? Нет. Смотри, как? Варя. Место для проживания найдется? Мы сами эвакуированы. Мы из Ленинграда. У вас вот такой кроха. Пойдемте. В соседнем доме, кажется, сдавали. Пойдемте. Спасибо. Леська! Леська! Леська, біжи до тітки Ліди! Нехай вона кошти з яблуком з погреба тягне! Хлопці наші, вояки наші до хутора йдуть! Та може і батько наш з ними? Може і батько! Може там наш батько! Ліда! І от, коли війна кончиться, ти, Морозов, ко мені в трень коси в гості приїдеш. Матушка моя нам з тобою шоктан приготовить. Ой, какая густотища! Аж со щеками почавкивает. А ты будешь говорить: тетя Шур, дай мне добавки, пожалуйста. Морозов, а ты шортан когда-нибудь кушал, нет? Нет, Шерифулин, ни шортан я твой не кушал, ни макового поля я не видал. Солдат! Вояка наш! Ой, хлопцы! Хлопці, отдайте нас. Кота! Стой! Візьміть яблука. Беріть яблучко, беріть. Візьміть. Беріть, коштуйте рибу. Коштуйте захисники. Візьміть. Візьміть заради Христа. Беріть яблука. Тримайте. Тримайте. Тримайте.
Ты куштуй это. Куштуй это. На. Пустань. Берите яблочко. Берите. Куштуй это. Заради Бога берите. Берите. Шагом! Марш! Ще кого нема. Тримай, тримай, тримай. Ще наш батько. Нема листів. Змучилися вже. Закінчайте літо. Батьківщину, хлопці. Господь з вами. Пропусти. Здравствуйте. Татьяна Николаевна, вы, надеюсь, не к нам. Ирочка, это создание привела к нам Ольга Сергеевна из 8-й квартиры. Ну, придется потесниться. Тем более, вот здесь малютка. Да вижу. Дело ваше. Заселяйте вы хозяйку. Но если к нам в комнату, разве что на полу. Ирочка. Все другие комнаты тоже, ну, заняты. Нигде нет места. Татьяна Николаевна, если эта милая дама не возражает, я готов разделить с ней свое жилье. Вы хотите пустить в свою комнату женщину? Герман Петрович, ну, а здесь грудной ребенок. Так это замечательно. А, ну, я в том смысле, что этот факт меня нисколько не смущает. Конечно, если эта милая дама соблаговолит... Да. Да? Со стариком занудой, то я милости прошу. Спасибо. Идите. Спасибо вам большое. Прошу, давайте. Откройте. Выходим, извините. Семенович. Вот. Прошу. Так. Вот. А теперь нам нужно что-то придумать в качестве перегородки. Можно вот протянуть веревку и на нее повесить занавеску. Татьяна Николаевна, не волнуйтесь, мы что-нибудь обязательно придумаем. Спасибо вам. Это вам спасибо. Mm. Спасибо. Ну, спасибо огромное. Ну, спасибо. Ну вот, располагайтесь. Теперь он ваш. На нем спала моя жена Элечка. Она умерла месяц назад. Ну, вы не волнуйтесь, я все постирал, погладил, перестелил. А малышу мы устроим из стулья в кроватку. Ну, чтобы он вам мог дать выспаться. Спасибо. Меня Герман Петрович зовут. Ой, Варвара. Очень приятно. Мне тоже очень приятно. Пойду поставлю нам чайку. Хорошо. А вы располагаетесь? Спасибо. Попьем чаю? Попьем. Чувствуйте себя как дома. Спасибо. Капитан, а дальше мы с вами в ближайшей деревне. Жюри с помощью Божьей. Кровью Бога Небесного водворится. Перечет Господи ви, заступник мой, и сей прибежище мое.
Это бабушкина молитва, товарищ капитан. Вы не подумайте, что я верующая. Ну, пожалуйста, прошу тебя, Господи, только не малодушие, только не страх, Господи. Пожалуйста, дай мне сил, дай мне силы, смелости, Господи. Я ведь сейчас ужасно боюсь, я ужасно трушу. Не приедет тебе зло, и она не приблизится к телесе твоему. Яко ангелом своим заповесть тебе, сохранить все тебя во всех путях твоих. Держусь я. Укол уже дважды вкололи. Это от боли выпаду. Ты матери моей письмо напиши. Когда я теперь сам смогу? Дочурка как? Кто моя? Узнай. Мы сейчас госпиталь обустраиваем. Ага. Будет минута, забегу к тебе. Сам надиктуешь, от тебя напишу. Ну да. Лучше уж от меня. Не нужно ничего и узнать. Сестрички. Попрошу, напишут. Ты уж раненых спасай. Товарищ военный врач. Держись. Да. Снимите занавески с окон. Есть. Здесь разместим предоперационную, чтобы простоев не было. Есть. Тут перевязочная. У нас есть 8 столов. Заносите их сюда. Есть. Еще 5 обещали. Алексей Макарович. Очень хорошо. Сделаем еще одну перевязочную. Товарищ военный врач, 500 человек раненых точно сможем разместить. В нашем распоряжении также сельхозклуб, 15 домов подслужбы и жилье личного состава. Вам комнату в самом ближайшем доме выделили. Рукой отсюда подать. Да вы что, смеетесь, товарищ старший лейтенант? Алексей Макарович из госпиталя ни шагу не ступит, тут ночевать будет. Когда доставят медикаменты. У нас уже острая нехватка. Послушайте, я настоятельно просил хлороформ, морфий, шприцы и иглы. Раны нечем обрабатывать. Йод, стриптоцид, бинты, вата. Бинты уже сотню раз стираны. К черту их уже, а не раненым на перевязку. К завтрашнему дню обещались, товарищ военврач. Вчера 3 машины с медикаментами под обстрел попали. Просите для нас в райцентре дополнительный примус. Воду в операционной нужно постоянно кипятить. Есть. Я просто прелестница, Елена Макаровна. Моя Анна Андреевна женщина ревнива, она мне голову оторвет. У меня Павел Аркадьевич тоже тот еще Отелло. Да, Отелло.
Кеша, ты единственный мужчина, кому я могу доверить безоговорочно свою златовласку. По чести порядочности тебе равных нет. А Иннокентий Михайлович вообще равных нет. О, перестаньте, перестаньте. Я вам очень благодарна за мужа. Такая серьезная должность в такое непростое время. Для меня большая честь иметь с вами знакомство. Вы же волшебник. Вы можете все. И даже больше. Ну, что вы, что? Кеша, Кеша, не поддавайся. Кстати, вы видите, у нас артистка. Да? Только уже полгода не выходила на сцену. О, зря, зря, зря. У нас в госпитале лежат эвакуированные с фронта красноармейцы. Но на фронт они уже не вернутся, потому что почти все изувечены. Не желаете ли дать им небольшой концерт? Я? Да, да, почитать стихи. Окажите помощь. Красной армии отдадите, так сказать, посильный долг. Я вчера был в госпитале, заходил в палату, там лежит один безногий танкист. Он очень просил сестричек почитать ему стихи. Танкист? Господи, безногий. Ну так как? Да, конечно, я почитаю для наших красноармейцев. Я знал, что вы согласитесь. Я просто не сомневался в этом ни секунды. А ну! Да ласковая! Ну-ка давай, поцелуй своего Пашу. Таня, от меня ты пьяна, тебя несет, как от забулдыги. Как я люблю, когда ты злишься. Ну, прики, пожалуйста, свои пьяные маски, скажи мне. Можно как-нибудь узнать информацию о человеке, где он воюет, на каком фронте? Можно узнать о нем информацию, жив он, здоров? Не знаю, на призывном пункте, в военкомате, можно? Можно, можно. Елена Макаровна, можно, конечно. Молчи, Яшка. Тебя сейчас никто не спрашивает. Все, что тебе нужно, детка, твой Паша для тебя добудет информацию, человека, имя, фамилию, отчество скажешь? Скажу. Про отца заодно узнала. Я говорю, про отца заодно бы узнала. Паша, да что ты делаешь? Что ты в самом деле? Давай, давай, забирай мою деточку. Алло, я спросить хотел. Ну чего тебе? Ну, сестра твоя, куда пропал-то? Яш, тебе-то это зачем? Яшка! Че ты? Так, спокойно, спокойно. Че ты к ней привязался? Так, Паша. Ну ты что, не видишь? А она у нас злит. Все. Эй, Яшка, ее не зли. Да тебе глаза мыть. Пойдем домой. О, ой, господи, да что ж такое-то, а? Паша, она что, уехала? Да не знаю я. А? Домой уехала? В городе она, не спрашивай меня об этом больше никогда. Пойдем.